Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Герман, я всех рад приветствовать в очередном видео по русской рыбалке 1.6. И все знают, что у меня полетела винда, естественно, после этого пришлось зарабатывать все деньги с нуля, и это было печально, потом я пытался пару раз записать видос, но так и не записал, у меня так это и не получилось. Потому что то помешало, то это помешало. Короче, было хреновенько. Сейчас, наконец-таки, все нормально. И что хотелось бы сказать, что я отправился на Енисей. Я накопил денег. Мне хватило денег, чтобы купить удочки. Какие удочки? Я купил 2 спиннинга по 153 килограмма. Естественно, максимальные. И, максимальные, то есть, как магазин позволял. Потом, естественно, вот эти спиннинги, на которые я ловил рыбу. Но это все фигня. Самое главное, вот эти 2 спиннинга. И я понимаю, что всем надоело смотреть, как я ловлю красноперку, поэтому вот я отправился сюда. Так, вот, по-моему, на полную нам не хватает. Да, еще разряда нету. Потому что я приехал, буквально 3-4 рыбы поймал. И все. Купили среднюю, но нужна полная лицензия. Средняя нам не дает защиты. Поэтому что хочется сказать. Так, что мы тут можем продать? 26 килограмм. Итак, дорогие друзья, ловим мы рыбу на локации номер 7. Ловим рыбу осетр восточно-сибирский. Еще я прикупил себе эхолотик. И мы с вами вообще просто красавчики. Будем ловить. Я надеюсь, это видео у нас будет успешное. Много рыбы у нас с вами клюнет, и много рыбы мы с вами поймаем. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Может быть, я, конечно, не прав, но хочется надеяться на лучшее. Еще у меня, правда, в ноуте я все никак не могу разобраться со звуком. Вот это вот такие проблемы насущные, которые мне немножечко расстраивают, так сказать. Я действительно не могу разобраться со звуком, и очень трудно. Вы уже посмотрите несколько серий, то что это все будет выходить в апреле. По Don't Starve, вот с Don't Starve я очень долго копошился со звуком в ноуте, пока я наконец-таки не настроил звук. Вот такие вот проблемы были. Были. Также я хочу вас попросить, чтобы в комментариях вы мне советовали, какую рыбу ловить. Понятное дело, что это все снимается заранее, но, как бы, когда приеду, мы можем продолжить этот проект. И, естественно, ловить будем дальше. И вы можете предложить что-то более интересное. Если, конечно, у нас с вами хватит денег. Но, по крайней мере, я хочу засесть на осетра, половить хорошо осетра. По крайней мере, какой план? План ловли осетра. Так, нормально. Ну, это, конечно, это хрень, а не осетр. Нормальный осетр здесь считается, когда килограммов так на хотя бы 35-50. Вот с 35 килограмм это уже считается более-менее нормальный осетр, но за него штрафуют. Поэтому сейчас надо набирать разряд, быстренько 20-й, брать полную лицензию, и тогда мы уже будем с вами полностью защищены в рамках закона. И уже можем спокойно ловить осетра, сколько нам в душе будет угодно. Это будет огромный плюс. Так, вот поклевочка у нас сейчас. Но это по-любому мелочь. Это мелочь клюет. Осетр крупный так не клюет. Он просто сразу бах и все. А это фигня какая-то. Ну ничего, сейчас посмотрим. Ну, вообще перестало клевать. Перезабросим. Именно вот надо ловить в ямках, если кто-то вместе со мной будет как бы играть в эту рыбалку и ловить рыбу, то знаете, что ловите в этих ямах и будет все нормально. 2 удочки клюнуло. Рыбы клюнули очень хорошие. Я думаю, килограмм 25-30 точно есть. Может даже больше. Не, вот это вот, наверное, даже полтинник клюнул. Надо вытаскивать. Еще хочу сказать, что этот осетр, это рыба больше дневная. Поэтому ловите 74. Вот это, конечно, вообще красиво. Ребята, красиво.
Дневная рыба, и ловить ее нужно, естественно, днем или вот под вечер, или утром. Ночью она ловится очень плохо. Прям вот плохо. 79. И честно скажу, таких экземпляров я еще тут не ловил. Поэтому нам с вами в этот раз прям очень сильно повезло. Еще косяк этой рыбалки в том, то, что она лагает. Вот вы ловите, 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 где-то вот часа два игрового времени, у вас ничего не клюет. Вот надо уже желательно перезаходить в игру, потому что, скорее всего, какой-то косяк. Какой-то косяк, это игра лагану, это что-то вот произошло. И это плохо. Это правда плохо, ты вот сидишь и думаешь, вот либо реально какой-то баг, либо просто не клюет рыба. Что, скорее всего, так, сейчас я немножечко звук поубавлю. А, не, на единичке стоит. Ладно, тогда не буду убавлять. Либо еще какая-то хрень. И, конечно, это немножечко раздражает. Раздражает, это немножко вносит такой, знаете, дискомфорт внутренний, что вот я ждал, 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 а в итоге вообще у нас ничего не клюнуло, ничего не поймалось. Конечно, это фигово. И настрой падает. Ну, ничего страшного, по идее. Перезашел и дальше ловишь. Сейчас по трофеям нам очень сильно... О, еще одна очень хорошая рыбка. Тоже, думаю, килограмм на 70 минимум. Нам ее сейчас надо сделать так, чтобы она поплыла вниз. Вот эта вот рыбка поплыла вниз. О, отлично. Если у нас это получится, то это будет вообще хорошо. Далековато тянуть. Багов тут много, то есть вот эти вот пролаги всякие, когда ты тянешь, а оно резко... Так, нет, уходить мы ей не дадим. Чуть-чуть, вот знаете, отпустите раньше, и все. И у вас уже начинается пролаг, и этот пролаг, естественно, из-за него может уйти рыба. Да и вообще она может просто сорваться. Ну давай, давай, вниз, блин. Есть еще программа, которая помогает вот так вот тащить рыбу. Но я ей как бы не пользуюсь этой программой. Т4 вроде называется, или как-то так, не помню, но я ей не пользуюсь. Здесь еще тоже в этой рыбалке, вот блин, та рыба уже ушла. Минус в том, что здесь нету сброса. Вот здесь нельзя сбросить на пробел рыбу. В других версиях можно, в этой версии нельзя. То есть, вот если рыба идет, то она вот идет. Никуда ты от нее не денешься. И ничего ты ей вообще не сделаешь. Да, вот этот экземпляр бы, конечно, бы вытащить. Еще сразу говорю, что этот осетр восточно-сибирский, это самая лучшая рыба по опыту и деньгам. Деньгам может еще белуга с ней поспорить. Вот белуга, да, вот она может. Вот белуга это вообще рыба так рыба. На нее как бы тоже в планах пойти половить. А вот именно по бабкам, вот эта вот рыба, ой, по бабкам, по опыту, вот эта вот рыба самая такая классная. Если особенно у вас ловятся вот такие экземпляры 70 килограмм, 80 килограмм, 61 килограмм. На форуме видео посты люди ловили, там кто-то писал 128 и больше. Пока таких не ловил. Вот максимально вот экземпляр вот 74 килограмма, 75, сколько мы с ним поймали. Вот это вот 79. Вот это вот мой личный рекорд. Вот правда, больше я не ловил. Давайте я эту рыбу отпустим. Нормально. Ой, когда-то помню, был прикол. Один раз выпустил вот так вот зачетный. По-моему, в рыбалке 3.0 онлайн играл. И нечаянно отпустил весь садок зачетного угря. Ой. Это был трэш, отвечаю. Это было просто что-то с чем-то. Садок зачетного угря, это вы... Ну, там денег просто море было. И я его просто выпустил. Я после этого даже играть не хотел. У меня неделю, наверное. Так. Ночью, я думаю, хрен что будет клевать. Как мне кажется. Но здесь и здесь еще есть сом. У меня, по-моему, мяса нету. Да, мяса у меня нету.
Надо купить мясо, и можно попробовать ночью сама. Давайте, чтобы как бы не сидеть, и вы не смотрели, да, тупо на то, что не клюнет. Кстати, осетра сразу же продадим по деньгам. Гляньте, сколько денег нам нападало. То есть это охренеть. Главное заработать опыт. Что там у нас еще 20-го нету? Вот. Полную лицензию мы с вами купили на 6 дней. Отлично. Теперь единственное, вот видите, да, что полная лицензия дает. Она дает черный амур и таймень только нельзя ловить. Все остальное можно ловить вообще без проблем. Правда, 3000 денег. Но ничего, за 6 дней мы это полностью окупим. Теперь идем, покупаем кусочки мяса и попытаемся половить сама. Сама, честно, не знаю, нормально там сом или ненормально, но на этой локации, по-моему, он есть. И мы его сейчас попробуем с вами выловить. Почему бы нет, если у нас есть возможность, мы здесь ловим, то... Так, сразу в яму, нифига себе, рука как набилась. Сразу в ямку мы закинули. Вот скотина. Собака прям под окном. Вот она гнида специально это делает. Я ее кастрирую. Хотя она и так девка, но кастрирую. Остался только батон, пипец, и бухнуть нельзя. А тут за алкоголь, по-моему... Ё-моё, ребята, о-о-о, походу сомик хороший клюнул. Давайте тоже сейчас немножечко так поиграемся и пусть как бы он сам подойдет к берегу и мы уже непосредственно его подсечем. Удочки слабые, надо вступать в какой-нибудь рыболовный клуб и уже там покупать себе снасти, но проблема в том, что надо выиграть хотя бы один турнир. Я предполагаю, что лучше всего играть турнир на количество. Правда, в этой версии, блин, с турнирами вообще тяжко, я в 1.6 помню, блин, турниры как-то они мне не очень нравились, вообще не нравились из-за всякой своей фигни, поэтому я не любил. Да и сейчас я не люблю играть здесь в турниры. Давай, блин, зараза, вниз. О, все, пошла. Точнее, пошел. Потому что я все-таки надеюсь, что это сом у нас клюет, а не какая-то другая рыба. Давай, родной. Давай вниз. О! Да что ж такое, а? Что ты будешь делать, крысоглот? Давай, молодечек. Все-таки хочется верить, что килограммов 65 в нем есть. Я думаю, это тоже нам денег неплохо дадут. Кстати, я без понятия, сколько стоит сом, если что. Поэтому я просто как бы в надежде. И до красного нельзя дотягивать, потому что сами понимаете, что такое красное. Это сразу сход. Практически. О, пошло. Ну что ж ты? Давай, родной, давай, соберись, пожалуй. Ё-моё! Вот о чем я вам и говорил. Самый крутой крючок, максимальный и один хрен. Сходы. Обидно, но ничего не поделаешь. А тут у нас вообще поклевок нет. О, если вы слышите, вообще на улице пошел дождь, так тарабанит. Такое настроение, знаете, вот и даже и не знаю, как назвать, такое немножечко умиротворение, что ли, то есть как бы дождик так тарахтит. Классно, как будто действительно на рыбалке. На рыбалочке. Надо еще, может быть, заехать в гастроном, купить себе алкоголя какого-нибудь бахнуть. Так, ну ладно, дорогие друзья, давайте на этом будем заканчивать, а уже с утра начнем ловить опять осетра. Я надеюсь, у нас попрет. Поэтому всем огромное спасибо, кто посмотрел. Большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, отписывайтесь в комментариях ваше мнение и репостите видос, если вы хотите поделиться с друзьями. Всем огромное спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.